Сегодня на чемпионате мира по футболу будет сыграно 3 матча. Коста-Рика и Сербия, Германия и Мексика. Кроме того, в борьбу за кубок вступают бразильцы. Пятикратные чемпионы планеты сыграют в Ростове-на-Дону со сборной Швейцарии. Поддержать команду приехал сам Роналдо по прозвищу Зубастик. За подготовкой к этому матчу следила Вероника Богма. Предматчевые тренировки – не то место, где узнают тактические планы, схемы расстановки. Тут можно просто наслаждаться. В данном случае самим фактом. В Ростове, на поле которого еще недавно не было, вышли живые легенды футбола. Вот, пожалуйста, Неймар разминается. Почти все 15 минут разрешенной съемки пятикратные чемпионы мира играют в пас в одно касание. Аденор Леонардо Бакши, он же Тити, он же профессор, так в команде зовут главного тренера, сосредоточенно дает наставления игрокам. На людях уверенность в них он просто излучает. Сильные, конкурентные, с прекрасными индивидуальными техническими характеристиками, с точным пониманием игры. И одна из сборных, которая может завоевать трофей чемпионата. О том, насколько велик интерес к предстоящей встрече, можно судить и по количеству журналистов, которые находятся в пресс-центре. Причем задолго до начала. И поверьте, отнюдь не все они бразильцы и швейцарцы. Бразильцы признанные фавориты. Сборную Швейцарии многие называют крепким середнячком. Но чудеса в футболе бывают, и профессор ждет трудностей. Мы привели большую работу в преддверии чемпионата мира. Мы знаем, что завтра мы столкнемся с большим количеством сложностей. К тому, что может осложнить жизнь желто-зеленых, точно не относится жара. Установившиеся в Ростове плюс 33 не пугают ни игроков, ни болельщиков, которые тысячами едут в южный город, не замечая перемены климата. Чего не скажешь об альпийцах. В Ростове очень жарко. Это может быть проблемой. Мы должны немножко сократить по времени наши тренировки. Но первое чувство от этого города очень позитивное. Изумительный стадион, очень красивый. В игре они постараются найти некий организованный хаос, планируют провоцировать соперника. Если вы хотите обыграть такую команду, надо обязательно забивать голы, а не только обороняться. Фанатов швейцарцев возглавляет сам президент страны. Он был замечен во время тренировки у кромки поля. Поболеть за сборную Бразилии приехал легендарный Роналдо Зубастик. Он был замечен в одном из ростовских клубов. Стадион пока пустует. Замер в ожидании интереснейшей игры. Она станет первой, которая пройдет на новой арене в рамках чемпионата. Начнется в 21 час. Вероника Богма, Эдуард Ильин, Наталья Зайцева, Владимир Шумаков и Денис Денисов. Вести, Ростов-на-Дону.